А, что ты взял, что это основа? Ну, я имею в виду старый. Ты тоже предложение делаешь, чтобы ты его сыграл? Да. Посмотри, от как он. Ну смотри, если ты... Если с твоей стороны идет, естественно, а если центрально, то вы оба идите, чтобы я одного из вас выиграл. Понял? Да. Чё, понял? Если выделиться, то я побежим, одного из вас выиграл. Понял? Давай. Урмату футболки Урмандары.
Райкинчи набирал гол в ворота сборной России. Забил игрок под 22-м номером Али Мардон. Александр Соболев принесли. Гол в составе сборной России. Забил игрок под сим. Кыргызстана и России. Счет в матче 1-1. Руматы Крымзеля, везде права команды на двое на лоб. Кыргызстан, жана Россия курама командаларынын ортосунда счет 2-1 в пользу России. Сами ждали от себя. Как-то сумбурно все, да, это нервно. Ну, супер. Послушай, во-первых, Луткин, Салды. Уважаемые болельщики, лучшим игроком матча. Очень тяжелое поле было. Вязко, вязко. Да, мне кажется, видно, подсказывали все.